нашему президенту. Дмитрий Анатольевич, просим вас. А куда у нас делся Дмитрий Анатольевич? Не, ну у нас зато есть конкурс, который можно провести, пока его нет. Давайте проведем конкурс. Малина. Малинина Елена проведет нам сейчас конкурс. Елена. Сладкая наша. Малина. Малинка, калинка, малинка моя. Ребят, вы не скучаете? Все хорошо? Вам все нравится? Супер. Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо, что пришли. Вы огромные молодцы. Нам нужна ваша поддержка на самом деле. Малина вот выходит. Давай, давай. Давай. Добрый вечер. Я просто очень давно не была с микрофоном, уже лет 6. Я уже забыла, что это. В общем, мне нужно 10 человек, девушек, парней, участниц команды. Мне нужно 2 команды по 5 человек. Одна участница у нас есть. Давай я помогу вывести народ. Еще мужчина. Опоздаешь. Можно, ты будешь одним из мужчин. Вот, собирай себе команду, еще 3 человека. Женщин, девушек, детей, всех, бабушек, дедушек. 10 человек. Девочки, славянки, выходите тоже кто-нибудь. Участвуйте в конкурсе. Патриотки, выходите. А можно вас, пожалуйста, молодой человек? Так, хватает у нас людей? Да. Отлично, да, по-моему? А, смотрите, Дмитрий Анатольевич пришел. Дмитрий Анатольевич, мы вас потеряли. Дмитрий Анатольевич, а можно вам слово передать? Ну что ж, приветствую вас, дорогие друзья. Приятно, приятно. Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сегодня сюда, кто болеет, поддерживает команду «Славянка». Команда молодая, команда, наверное, перспективная. Специально говорю слово «наверное», и они понимают, почему. В этом году не получилось попасть в плей-офф, не получилось выиграть турнир. Я думаю, что у вас, девчонки, все впереди. Я хочу сказать и пожелать вам человеческого, женского счастья. Я хочу пожелать вам, чтобы каждый матч вы проходили без травм, чтобы каждый турнир прибавлял вам болельщиков, прибавлял какого-то благосостояния финансового, психологического, имиджевого. Мы вас очень любим, и сегодня пришли вас поддержать, я так понимаю, самые преданные друзья. Я вхожу в это число, я тоже с вами. Правда, сама команда это где в полном объеме, они там, я так понимаю, красятся, как обычно. Я их в полном составе, честно скажу, никогда не видел. И мне слово «славянка» это вообще какое-то... В полном составе никогда, поверьте. На поле одни... на мероприятиях другие, там, вот. Но не суть. Главное, что она есть. Да, главное, что она есть. Главное, что эта команда очень красивая, очень яркая. Я желаю вам удачи с наступающим 8 марта. Я вас очень люблю. Спасибо. Давайте посчитаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Женщины, идите сюда, девушка. Женщина, я не танцую. Раз, два, три, четыре, иди сюда. Да? Так, смотрите. Встаньте вот мне в шеренгу две. Вы быстро, давайте. Такие медленные. Мужчина, вы по голове. Галерка, болтуны. Здрасте, становимся. Можно сейчас вот друг за другом ручки потом пожмете? Спасибо. Игры сейчас начнутся. Не детские игры, а славянские. В общем, мне нужно от вас, чтобы вы поработали сейчас на скорость, побегали очень быстро, как мы бегаем на поле за мячом. И каждый из вас должен пробежать вот до этой бумажечки. Это вот ваша стопочка, в вашей команде. Это вот ваша стопочка. И написать на каждом листке свою фамилию, имя, отчество и подпись. Как можно быстрее. Целая команда. Бегать, давай замену. Замену можно нам, пожалуйста? Полностью пишем фамилию, имя, отчество и подпись. И перекладываем дальше. И когда закончите,
какая команда крикнет быстрее: женский футбол лучше, чем мужской, те победили. Ну а дальше посмотрим, что идет. Там реквизит. А можно на музыку, пока они будут бегать? Надо написать фамилию, имя, отчество, а в конце крикнуть всей команды: женский футбол круче, чем мужской. Когда ваша команда напишет вся, тогда и крикните. Кто быстрее крикнет? Да, вот музыка. И 3, 4, поехали! А можно понять и писать? Ручку передавай! Смотрите и слушайте Россию! Надо сначала прочитать, под чем подписываетесь. Сейчас мы разберем, кто же из вас под чем подписался в этой жизни. Будем исполнять задания на обратной стороне. Давайте начнем с первого. Вообще, почерки, конечно, у вас. Раинская Анастасия. Тебе нужно изобразить очень эмоционального болельщика футбола. Прямо сейчас. Можно под музыку? Не, можно выключить, да? Нужен гол! Нужен гол! Нужен гол! Нужен гол! Хорошо, молодец, садись. 5. А вот это мне поможет кто-нибудь? Кто? Пареев? На П есть кто-нибудь? Вот из вашей команды, на П. А, Боря Баратов. А. Это Боря Баратов написано. Да? Отлично. Докажи, что наш фанат, крикни 10 раз подряд: я люблю славянцев. Hey, yo, Captain Jack, you're my listen. What am I back? 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 А я и не знал, что любовь может быть жестокой, мокрой, а сердце таким чули, позолоченный свет твоей звезды. А сейчас мы споем для пацанов из Казахстана. Сегодня у нас представитель сборной Казахстана по футболу, брат, иди сюда. Сегодня здесь весь Казахстан здесь. Мы оказались не то что случайно, но просто так. Мы для вас будем петь и играть. Я и не знал. А мы еще по-английски умеем петь. When my rainbow starts to play.
Ребята, это все сделано, давайте вы чуть позже споете нам. Сейчас мы все сделаем, ура! С наступающим 8 марта всех девчонок! С прошедшим 23 февраля настоящих пацанов! Мы всем желаем счастья, добра, любви. Никогда не болейте, радуйтесь жизни. Ура! Ура! Ладно, защита. Хорошо. Мальцев! Вот! Мальцев. Ваше задание. Без слов признаться в любви Дмитрию Анатольевичу. А? Без слов признаться, встать на колено, я не знаю, молча, махнуть волосами. Так никто не говорит, что это ненормально. Нет, так нет, вашей команде не защитить. Возраст 6 год. Он хотел сказать, что он на такой не подписывался, да? Я вообще не подписывался. Я только приехал. Василий Власова. Как? Велеслава, это кто? Велеслава. Вам нужно простоять в позе вратаря, который ловит мяч до конца этого конкурса. Вот прям здесь. Кинлан Стюарт. Кинлан. А почему Россия? Потому что я боюсь русский говорить. Вам нужно поставить всех участниц команды в разные позы и сделать групповое фото смешное. Мне кажется, у вас это получится без слов по-русски. Девочки, давайте сюда выйдем. Славянка. Девочки, давайте быстрее. Девочки, участницы славянки, выйдите, пожалуйста, у вас это зачекинят. Хорошо, а ты, да, у нас? Михаил, пока девочек расставляют, Михаилу досталось задание сочинить небольшой рэп про женский футбол. Нет, будешь женский рэп про футбол. Das beste Fußballspiel hier kommt aus Russland bei den Mädels. Die sind die Besten hier. Und die sind die coolsten einfach. Die können jetzt alles hier. Die können die Jungs einfach gewinnen. So wie diese Straße hier. Verifiziert, ja. Du bist ein Arsch und hier ein Wichser. Aber keiner sagt jetzt Tschüss zu mir hier. Tschüss zu mir hier. Weil diese Mädels sind die Besten jetzt hier. Ja, yo. Ладно, ребят, уже очень долго и скучно, вы ничего не можете делать. Давайте сфоткаемся и убежим. Реально, фоткайтесь. Стюарт должен расставить всех в какие-нибудь смешные позы и сфотографировать. Давайте 3, 1. Берите девушку каждую за руку, поставите ее в позу. Кто поможет Стюарту, кто с ним пришел? Ну что вы с ним будете? Вот,
представляете?